Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Киров на 41-м месте в стране по доступности ипотеки. Это показывают результаты исследования РИА Новостей. Эксперты отметили увеличение объемов жилищного строительства в прошлом году, рост ставок по ипотеке и, как следствие, сокращение интереса к ней. При этом вырос средний объем кредита до 2 миллионов 400 тысяч рублей. А в Кировской области выросла доля семей, которым доступна ипотека за год с 27 до 30%. Проще всего в стране взять кредит на жилье на севере – в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком округах, в Магаданской области, труднее всего на Кавказе. Программа «Экономика». Субсидии на ЖКХ стали меньше. За 3 года средний размер доплаты с бюджета семьям, которые должны платить за квартиру больше 22% доходов, снизился. По итогам 2019 года это 1500 рублей. В 2018 бюджет платил 1600, в 2017 – 1700. За 2019 год субсидии на возмещение оплаты жилого помещения и коммунальных услуг получили 37 тысяч семей. Это около 6,5% от числа семей, проживающих в регионе. Число выросло за 2 года на 700. Экономика на 101 FM. Цены в Кировской области выросли на 0,5% с начала года, по большей части в феврале на 0,4%, сообщает Кировстат. По его данным, значительное влияние оказало увеличение тарифов на услуги населению на 0,9%, поскольку поднялась плата за проезд в общественном транспорте почти на 20%, подорожали авиаперелеты. Отмечено повышение цен на медицинские услуги и на билеты в кино. Непродовольственные товары в феврале стали дешевле на 0,1%, а продукты подорожали на 0,4%. Преимущество за счет овощей. В завершение о валютах. Накануне курсы валют понизились после скачка. Доллар сегодня 71 рубль 47 копеек, евро 82 рубля 2 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.